могу. Я сегодня пережила бурю эмоций. Перед игрой меня трясло, переживала, мандраж. Все мы творческие люди, ищем это. Ко второму периоду в начале я успокоилась, потому что показалось, вроде как уже все понятно, немного втягиваюсь. Александр, мой наставник, даже стал хвалить меня, мол, появился какой-то такой персональный тембр. Но, вы знаете, вот это такая работа, где ни на секунду нельзя расслабляться, особенно новичкам, таким как я, потому что кажется, что вроде уже все хорошо, и потом что-то случается, и суета, и ты понимаешь, вроде судья показывает тебе толчок на борт, но ты думаешь, это толчок на борт или нет, или это интерференс, что это, что это? Начинаю искать бумажках, у Александра спрашиваю, это точно толчок на борт? Вроде вот все знаешь, как в школе перед экзаменом, все выучил, все и так подготовил, все хорошо, а приходишь на экзамен и рассыпался. И вот так вот получается, ты каждые 5 минут это происходит. А сегодня еще, как назло для меня, было много удалений. То есть у меня не было такого плавного вката. Вот все сразу. И как вы видели, наверное, естественно, ребята решили, что нужен овертайм. Слава богу, не дошло дело до улиц, потому что я бы вообще не знаю, что со мной было. Но все молодцы, очень хорошо помогали судьи. Мне показалось, что они в замедленном формате все делали специально для меня. Шучу, конечно. Но Александр ваш просто молодчик. У него такой голос, местами хочется вот прям копировать его там. Team Canada! Но там понимаешь, что это не то, для чего меня позвали. Но вот честно, у меня просто вот сейчас вот... Я не знаю, что говорить, я просто в шоке. Спасибо большое за такой опыт. И вы приходите на хоккей. Я также заметила, вот здесь, знаете, маленькая жизнь. Я понимаю, что даже мы, люди, работающие в хоккее и на телевидении, не ценим некоторые мелочи, не обращаем на них внимания. Я сейчас, вот для меня просто вот такой шанс. Опять я всем благодарна. Хоккей Сочи, спасибо, Дмитрий, всей вашей команде. Ну, это просто вот неимоверно, что в моей жизни есть такая возможность все это ощутить, понять. Я, конечно, по-другому теперь буду на все смотреть, прислушиваться. И большое спасибо нашим судьям, естественно, Александру, судье-информатору, самому главному, и вообще товарищам судьям. Кстати, болельщики у нас любят ругаться на судей. Поверьте мне, судейская работа – это вообще не то, что вы себе представляете. Я сначала удивилась и, наверное, целый период привыкала. Все проходит очень нежно, ровно, плавно. Вот слаженная, красивая работа. Поэтому, когда вы ругаетесь на судей, вы не правы. Попробуйте это, и тогда узнаете, как все на самом деле.